Друзья, всем привет, с вами Андрюха, и это игра «Русская рыбалка 4». Кто, друзья, еще не подписан на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видосики. Тем более, что у меня на канале их довольно-таки много по этой замечательной игре. Так, что-то, смотрите, клюнуло. Зашел, друзья, сегодня на архипелаг. Половить немножко на 13 яме. Посмотреть, как тут обстоят дела. Дела обстоят тут, в принципе, хорошо. Друзья, брал лодку на 3 часа. За эти 3 часа удалось набить 99 зачетов. Вот идет сотый зачет. Ходил, друзья, по 13 яме. Так, что это у нас тут зацепилось? Сейчас посмотрим. У лодки уже остается не так много времени, там, по-моему, в районе 2 часов игрового времени. Надеюсь, что ничего серьезного за эти оставшиеся пару игровых часов не клюнет. Так как билета у меня другого, друзья, нет. Так, это еще очередной... Да, лосось атлантический, 10 килограмм. Неплохо. В общем, кто еще не в курсе, хожу, друзья, по самой популярной яме. Вот 13 яма, туда-сюда хожу, вот таким вот образом. 100 зачетов, друзья, в садке. Так, надо немножко скорректировать вот так и выключить фонарь. Ночь только что была. В общем, друзья, как-то так. Так, на что рыбачил? Рыбачил, значит, в первом стакане у меня моя армада была. Вот, кому интересно, вот она сборка. Плетеный шнур на 55, на 42 флюрокарбоновый поводок. Рыбачил на Юлин Юстин. Сничер S002. Кстати, вот этот, он у нас сейчас считается топовым на этом водоеме. Он идет у меня на всех трех сборках. Во втором, значит, у меня стоял вот такая вот сборка на Rocky Jetty Evora. На 40 килограмм плетеный шнур, на 43,2 поставил флюрокарбоновый поводок, потому что меньше не было. Ну, вот как поставил, так поставил. Опять же, тот же самый сничер. И третья сборка у меня, друзья, была в руках. Это моя ультима. Также сничер стоит на... Ну, это самая легкая сборка. Хотя вот все, друзья, говорят, что надо самую мощную сборку в руках держать. Но на нее я поставил вот такой вот 35-килограммовый шнур. Темно-зеленый, 1000 метров. И поводок 27,7. Вот как-то так. Так, что-то тут... заскочила. Лодка, друзья, уже кончается. В принципе, заходите, пробуйте, рекомендую, очень интересно. Интересно, ловля получается вот троллингом на вот этой яме. Рыбка берет довольно хорошо. Так, удочок попался. На второй сборке тоже что-то уже сидит. Сейчас покажу, друзья, садочек свой, что удалось наловить. Вот эти 102 зачета. Какая здесь рыбка берет. Ну, думаю, все и так прекрасно знают. Итак, значит, вот залетела одна курюшка. Атлантический лосось. 18 штук. Если по массе посмотреть, самый крупный 13,890. 13 килограмм, 890 грамм. А, значит, ладожского также 18 штук. Самый крупный 8,068. То есть 8 килограмм, 68 грамм. А, несколько окуней. Кстати, вот один из них трофейный залетел.
именно на вот этой яме. Ну, кому вдруг полезно будет его закрыть. Одна палия залетела. Довольно-таки, вот, смотрите, сколько судака. Самый крупный, почти 5 килограмм. Озерной форели не так много. Но она тоже присутствует. Самая крупная, 7 килограмм, 660 грамм. Также вот хариус залетел. И очень много щуки, друзья. Самая крупная 6 килограмм. Вот как-то так. Так, еще что-то мелкое заскочило. Кончается, друзья, билет. Кому интересно, сейчас вместе с вами посмотрим, что из этой рыбалки трехчасовой вышло. То есть трое суток буквально ловил. Мелочь, естественно, не беру. Так, ну и вот, наверное, мне кажется, последняя рыбка. И закончится у меня билет. 102 хвоста, сейчас будет 103. Так, ну это да, это щучка. Так, билет кончается, сейчас скоро... Ну ладно, еще разочек закину. Посмотрим, стоит ли фармить, пробовать. Ну, мне кажется, естественно, стоит. Довольно прилично народу здесь играет. Я, конечно, не видел, чтобы кто-то закрывал, допустим, щучку, либо какую-либо другую рыбу. Но при этом все-таки вы сами видели. Рыбка здесь, друзья, клюет. Заходите, пробуйте. Возможно, вам повезет больше, чем мне. Посмотрим. Сколько же по серебру вышла вот эта трехчасовая рыбалка троллингом на вот этом вот водоеме. Сама рыбалка мне, как я уже сказал, понравилась. В принципе, почему нет? Очень даже неплохо. И рыба клюет, и по опыту насыпала тоже очень даже прилично за эти 3 часа. Сейчас посмотрим, сколько насыпет по серебру. Итак, ну первым делом, естественно, давайте посмотрим, что скажет нам кафе. Возможно, есть какие-то интересные заказы. Я все 3 дня плавал, не смотрел, что тут у нас. Голавль, плотва, уклейка, карп, ёрш, рыбец, окунь. Вот 6 штук от 350 грамм. Сдаем. Кстати, 50 монет, очень даже неплохо. Корюшка, рипус. Нет, рипус я не ловил, тем более он трофейный. Лосось трофейный тоже мне не попадался. Ну что ж, 50 монет, друзья, получилось с кафе. Давайте посмотрим, сколько вышло, на сколько монет вышла вся, друзья, остальная рыба. Итак, ну давайте, как обычно, разберем. Вот видите, все одни зачеты, разберем. Корюшку смотреть не будем. Весь лосось атлантический на 735 монет вышел. Вот он. Ладожский весь на 297 монет. Так, окунек. Ну, окунек, что, 23 монетки. Это вот у нас трофейный. Палия была одна. Смотреть ее не буду. Весь судак на 159 монеток. Форель озерная вся вышла на 47. Видите, ее не так и много было. Вот именно сегодня, сегодня у нас какое, 20 число, 20 сентября. Раньше, когда я заходил на этой яме походить, форелька брала получше. То есть ее было побольше. Но слава богу, что она сейчас не так резво берет. В общем, залетел один хариус и море щуки, друзья. Вся щука на 402 монеты. Вот как вы думаете, насколько вышла вся рыба? Мне вот тоже интересно. 1680 монет. Ну, это грубо, если говорить. Плюс, допустим, если добавить вот этого окуня из кафе, плюс 50 монет, это 1700, примерно 30 монет. 1730 монет за 3 часа, друзья. Ну, как-то так. Друзья, кому видосик понравился, кому он будет полезен, обязательно пишите комментарии. Ставьте лайки.
И не забывайте подписываться на канал. С вами был Андрюха. Всем, друзья, удачи. Всем клевой рыбалки. Пока.